Аниматоры, игры и вкусный ужин на территории отеля «Марва» детишкам устроили настоящий праздник. Из сухого льда выделяется что? В преддверии нового учебного года только в Махачкале Инсан помог собрать в школу более 400 детей. Эти ребята из нуждающихся семей – подопечные фонда. Фонд Инсан уже на протяжении 10 лет организовывает по всей Республике Дагестан акцию «Собери детей в школу». Акция, которая включает в себя обеспечение детей из нуждающихся семей подготовки к школе именно канцелярскими товарами, школьными принадлежностями, портфелями. Ребятню с началом нового учебного года поздравили начальник управления образования Махачкалы, именитые спортсмены и общественники. Вот уже на протяжении 10 лет благотворители помогают малоимущим семьям. Как мы можем оставаться в стороне от наших младших братьев и сестер, которые в силу тех или иных обстоятельств оказались в трудном положении? Мы считаем своим долгом помочь канцелярские принадлежности, школьные принадлежности, портфели, ручки. Ну, я думаю, что люди, которые занимаются бизнесом, предприниматели, они как раз в эту минуту должны оказаться рядом. Поэтому наш долг, ничего особенного в этом не вижу. Еще раз повторяю, я один из сотен, которые здесь присутствуют. Помимо канцелярских принадлежностей, родителям детей оказали и финансовую помощь. Деньги должны пойти на покупку школьной одежды ребенку. Мы благодарны, очень благодарны. Спасибо им. Огромная, настолько вот, честно, я даже слез не могу сдержать. Огромное спасибо. В этом году благотворительный фонд помог подготовиться к школе почти 1500 детей по всему Дагестану. Для обеспечения школьными принадлежностями ушло порядка 5 миллионов рублей. Фонд «Инсан» выражает благодарность всем неравнодушным к проблемам нуждающихся семей. Хамза Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, Мурат Бикбарзов, телеканал ННТ, Махачкала.